сегодняшним мероприятием мы с удовольствием и большой радостью открываем год культурного наследия народного творчества. Надо сказать, что библиотеки централизованной библиотечной системы города Магадана уже неоднократно участвовали в всевозможных мастер-классах еще до этого события. Сегодня здесь, в муниципальном центре культуры, наши библиотекари представляют различные виды народного художественного творчества. Пришедшие сюда дети, взрослые, могут с удовольствием попробовать себя в росписи в стиле тарелки, в стиле хохлома или гжель, попробовать нарисовать дерево с помощью точечного рисунка или, допустим, сделать матрешку необычным способом оригами. Все это очень интересно, всегда захватывает. Ну и еще один из интересных мастер-классов – это изготовление обереговых кукол. Это всегда очень нравится ребятам. И вот сегодня здесь, в этом зале, можно изготовить обереговую куклу, например, куклу-куватка, различными способами, заодно узнать о истории этой куклы, почему она существует, для чего она нужна. Они цветы делают, тюльпаны делают, они делают фотоаппараты, это тоже из бумаги. Ну, моторика развивается у ребенка в данном виде деятельности. Поэтому, если что-то не упустила, то вот так. Что нравится? Как раз вот идея была показать город мастеров. Вот сегодня в зеркальном зале истинный город мастеров. Увлеченно, интересно, очень разнообразно. Народов в Российской Федерации насчитывается сотни, и приятно, когда на этой сцене мы видим и чукотские танцы, и танцы и венские, и белорусские. Это тоже народы России, потому что там русские люди живут. И в вашем творчестве всегда чувствуешь себя причастным к тому, потому что не всегда мы доходим до живого звука, не всегда мы доходим до живого танца, все больше вот в телефонах, в телевизоре. А сегодня и в те времена, когда вы показываете нам свое искусство, свое мастерство, вы нас возвращаете в истину, в корни того, что было веками на нашей русской земле. Работник культуры города Магадана, детская музыкальная школа. Вместе Эдуард Анатольевич Рудов.